Друзья, всем привет! Всем привет, друзья! Вот я решил пожарить картошечка. Картошечки, вот такая картошечка. Я ее буду есть с колбасой. Я купил колбасу. Вот, порежу колбасу. И буду есть жареная картошечка. Вот такая вот картошечка. Вот так выглядит красиво, аппетитно. Смотрите, какая красота, друзья. Очень получилась красивая румяная картошечка. Вот, в общем, друзья, сейчас я порежу колбаску. Все это положу в тарелочку. И покажу вам уже картошечку и колбасу. Ну вот, короче, я порезал колбаску, пожарил картошечку. Вот так это все выглядит аппетитно. Вот смотрите, у меня 7 кусочков колбаски получилось. И вот такая красивая жареная картошечка. Смотрите, друзья, как выглядит все красиво, аппетитно. Давайте картошечку покрупнее. И колбаску, вот такая вот колбаска. Смотрите, картошечка вообще получилась изумительная, зажаристая, золотистая. Вообще просто прелесть, друзья. Вкуснятина. Будем с вами кушать сейчас. Если вы тоже сейчас кушаете, друзья, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Друзья, ну что, давайте кушать. Вот так вот тарелочку подниму, чтобы вам было хорошо видно. Приятного вам аппетита, друзья. Вообще картошка вообще получилась идеальная, такая зажаристая, хрустящая. А сегодня дождь шел, потом вроде бы прошел, я в магазин ходил, еще шел дождик, а сейчас смотрю, вроде бы пошел, ой, пошел, вроде бы наоборот прошел дождик. Смотрите, какая зажаристая картошечка, хрустящая.
колбаса тоже вкусная. Но если по пятибалльной шкале ее оценить, то не на пятерочку, а на четверочку. Вкусная, но не на 5 баллов. А картошечку, если оценить, то на пятерочку, на 5 баллов. Очень хрустящая и вкусная. Друзья. Красота, друзья. Такая вкуснятина. Я, честно говоря, друзья, уже наелся.
друзья. Но я это доедать уже не буду, потому что я наелся. Вообще, я прям чувствую, что у меня полный живот. Ой, друзья, извините за шум. Вилка просто соскользнула. Вот, ну ладно, друзья. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Вот, хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи. И пусть все ваши мечты сбываются. И пусть у вас все будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.